Всем привет, с вами Лиса и Йорик. И это канал We Love Play. И мы продолжаем в Medium. Ты помнишь, как ее зовут? Я помню, что за нами гнался монстр. И у нас есть батарея, с которой мы откроем эту дверь. Сразу вспомнился Резик, там тоже был болторез. В каждой игре есть болторез. И где мы находимся? Это похоже на какую-то постройку. Или на развалины. На заброшенный железнодорожный вокзал? Генератор. Может быть, он еще работает? Ну, конечно, не работает. Похоже, топлива нет. Нам нужно его заправить. Заперто. Кажется, рычага не хватает. Да это мисс Очевидность. Ищем рычаг и канистру с топливом. Это как в Безумном Максе, вспоминаем. Я вижу канистру. Пустая. Удивительно, даже полная. Интересно, в какой карман ты положил канистру? К себе в трусы. Во внутренний карман. Болторез скоро так затупится, если будешь часто им пользоваться. Да он и так тупой, куда ему еще сильнее тупиться? Черт, как громко. Там что, закрыто? Ты не пролезаешь. Что-то мешает пройти. Не упади. Я тебя слышу. Спускайся ко мне. Давай. Тут будет весело. Твои друзья тебя ждут. Не хочу я к тебе, отстань. Ой-ой. Сейчас что-то будет. Чувствую. Притаилась там, да? Черт! Поиграй со мной. Мне конец всего. Почему ты не приняла меры? Оно невидимое, большое и страшное. Я растерялась. А ты умная. Давай покажи ему. Поиграй со мной. Поиграй в нарды. Ты будешь платьем. Я буду крепко тебя держать. Где ты? Разглажу тебя как следует.
Хватит меня пугать. Я наконец тебя примирю. Буду носить тебя. Где она? Где-то у фонаря. Прямо здесь. Она стоит прямо здесь, у дырки у этой. Нам бы туда пройти как-то. Отвлечь можешь? Нет. У тебя слева смотри какое-то действие. Видишь? А, вижу. Она меня же увидит, наверное. Ну давай рискнем. Рискуем. Болторез! Быстрей! Все, давай. Вот. Вон там выход. Но эта тварь стоит на пути. Джек передает привет. А нет, постой. Он сказал. Зачем? Ты его сюда отправила? Зачем? Зачем? Он, наверное, плохо себя вел? Он тебя обидел? Он был плохим папочкой? Когда уже этот кошмар закончится? Никогда. Буду идти за тобой всегда. Мы нашли рычаг. Ну что ж, это тоже пригодится. Господи, собака, больно! Так вот, чего ты боишься. Энергия, всегда энергия. О, я почти вернулась к генератору. Хм. Это хороший знак, я могу ударить его током. Не надо. Прошу. Я сделаю все, что ты скажешь. А зачем нам здесь убирать цепь? Чтобы лестница упала. Ну что, теперь все просто. Расстанемся с тобой, наш монстр. Нет, я хочу твою кожу. Я еще не примерил тебя. Заливаем топливо. Готово. Поднимаем здесь ворота, открываем. И повезем убийство. Okay. Орудие убийства. Пора разделаться с этой тварью. Твоя смерть идет за тобой. Вау, вот это радостный виск у него. Вот ты где. Ага. Она все еще внизу. Нужно от нее избавиться раз и навсегда. Иди ко мне. Иду к тебе, моя дорогая. Закрой свой чертов рот! За что? Да-да-да, гори, сволочи, гори. Fucking bitch. О, надеюсь, теперь я ее больше не встречу. Ты сделала ему разряд? Да. Шоковая терапия. ФПС, не проседай, пожалуйста. Слишком много полигонов в этой воде.
слишком много неоптимизированного в этой игре. И вот мы снова в лесу. Ну зачем ты ходишь по лужам? А мне нравится ходить по воде. Тебе не кажется тут подозрительно тихо? Я слышу лягушек. Что это? Похоже на... На что? Печаль, это ты? О, привет, Марианна. Нашла то, что искала? Я надеялась, что ты мне с этим поможешь. Печаль, сосредоточься. Что ты помнишь, самое первое? Расскажи мне. Это игра какая-то? К сожалению, нет, милая. Это очень важно. Я знаю, что сделал Ричард. Это из-за него ты здесь? Марианна! Все хорошо, я его изгнала. Он больше не вернется. Лили? Тебя ведь так звали, помнишь? А то, что случилось? Ты помнишь своего отца? Я помню... Маму. Она была такая красивая. Только грустная. Как ты? Хорошо, что ты помнишь маму. Я совсем не помню своих родителей. Они, когда я была маленькой, мы попали в аварию. И выжила только я. Мне без них было очень грустно. Я тебя понимаю. Мои друзья тоже. Марианна, здесь так одиноко. Мне здесь не место. Может быть, тебе лучше отправиться куда-нибудь еще? Может, я... Хочешь отправить меня отсюда? Нет, Марианна. Я не могу так. Еще рано. Но почему? Разве ты не боишься чудовища? Боюсь. Но теперь она охотится за тобой, а не за мной. И когда она тебя сломает и влезет в твою шкуру, то наконец сможет отсюда уйти. Но оно никогда не насытится, никогда не остановится. Тогда позволь мне помочь тебе уйти отсюда, чтобы я смогла покинуть это место. Ты ведь вспомнила, кто ты, значит, у меня получится. Нет, Марианна. Дело не только во мне. Дело в тебе. Ты должна вспомнить. Сон. Пожар. Красный дом.
Что? Стой! Что за красный дом? Мы были там, Марианна. Вместе? Ты всегда была рядом. Прости. Лили? Черт. Она исчезла. А я надеялась, что наконец смогу ей уйти отсюда. Томас, надеюсь, ты еще здесь. Потому что у меня кончаются идеи. Искра слишком слаба, впитать ее не выйдет. Как будто чего-то не хватает. Эх, ну давай искать, чего же там не хватает. Слева что-то есть. Ну и в каком там месте у тебя интуиция? Девочка, ты не это ищешь? Простите, но папа запретил мне говорить с незнакомыми людьми. Это правильно. Он тут управляющий, верно? Не знаешь, где он? Мне нужно с ним поговорить. Уходите, а то я закричу. Умная девочка. Что тут умного-то? Сказали ей, нельзя разговаривать с незнакомцами. Вот она и не разговаривает. Томас, ты был здесь. Это твой дом. Так, что-то там есть. Что, черт возьми, тут произошло? июля 83 года. Дело близнецов. Расследование продвигается, но Рикович, кажется, начинает что-то подозревать. Надо поторопиться, сегодня или никогда. Итак, они знали о Томасе, но что именно они знали? И кто такие эти «они»? Это «они» из фильма «Они». Ого, юнак! Кто-то любит классику. Прикольный мотик, я тоже такой бы хотела себе. Чувствую здесь концовочку какую-нибудь шокированную, классную, чтобы мы офигели с тобой. Можно нам такую? О, да. Ты берешь ее с собой? Что-то он поднять точно сможет, но сперва нужно найти рукоятку. То рычага не хватает, то рукоятки. Ну, мы, наверное, можем отнести куколку вон туда, назад. Вот ты и говорили. Это была твоя идея? Нет, они уже у нас на хвосте. Тот ублюдок тоже из них. То, что я тебе говорю. Ладно, давай проверим. Скоро рассвет. Из них? От кого ты прятался, Томас? Пойдем попробуем сначала вернуть. А ты вот к этому турчишку не подходила. Да, я знаю, но давай вернем. Кое-что. Все, впитывайся. Нет, не хватает, кажется, еще. Почему ты уже впиталась? А, да. А, ну да, я же свечусь. Все. Все нормально. Так, теперь пойдем. Подойдем здесь к этой кнопке. Питания нет, понятно, нужно спуститься вниз. Под двигателем что-то есть. Как бы его поднять? Это рычаг от домкрата, значит, нужно поднять как-то двигатель. Надо как-то питание включить.
Сверху провод, смотри, вон сверху провод. А что за обломки валяются, ты их смотрела? Да, там же чемодан. Угу. Так, а теперь нужно вспомнить, как сфокусироваться. Так вот, видишь, сверху провод, иди по проводу сверху. Так вон он там наверху, но как туда подняться? Такому работяге, как вы, наверняка требуется перекур. Вы Фрэнсис, верно? Простите, кто вы такой? Просто человек, привыкший поступать правильно. Можно сказать, я патриот. А вы патриот Фрэнсис? Патриот? Что-то мне подсказывает, что тебя называли совсем иначе. Брось мусор. Опа! Второй этаж. Так вот же, что-то со вторым окошком можно сделать. Да, разве? Где? Ну, внизу есть точка. Внизу, я наверх смотрю, блин. Ай-яй-яй. Так, и что-то можно сделать? Что, никаких действий нету? Ну ты видишь, ничего не появляется, не знаю. А напомни мне, как делать взрыв? Хорошо, может концентрация, вот она. Е. Да, это я сконцентрировалась именно здесь. Ты же, кстати, и внизу могла сконцентрироваться. Как взрыв? Вспоминай, колесико мыши нажать может. Нет, колесико не сработает. Мы сейчас умрем, подожди, надо возвращаться обратно. Ctrl, Shift. Мы можем спуститься вниз. А, это мы обежим, вернемся туда. Угу. Я не буду сегодня мучиться долго, давай вспомним, давно не заходили. А, так, выход из тела, красная интуиция, духовный щит, взрыв, пробел, все ясно. Ну это же основная клавиша пробел, его всегда можно потеребонькать. Нет. Отлично. Ну все, сползаем вниз, поднимаем двигатель. Черт, подбираем. Долго он не работает, слишком нестабильный. Я не успею добежать до него так быстро, придется действовать иначе. Все что ли уже? Нужно оставить, да, нужно оставить себя вот здесь. И потом бежать. А здесь как ты успеешь? Поторопись, ты сейчас исчезнешь. Спешу изо всех сил. Все, возвращайся. Спускайся сразу вниз. Да я думаю, он уже... Мне не придавит. Это не Resident Evil, где тебя ждут кошмарные всякие события.
Ну все, идем в Красный дом. Это и было? Красный дом. И тогда я поняла, это тот самый дом. Ответы были совсем рядом. Погребены под пеплом. Должно же хоть что-то остаться. Дух этого дома так и не перестал гореть. Купол может сделать тогда. А, туда не пройти все равно. Нет энергии. Подожди, вот здесь воспоминания есть. Думаешь, что все выдержишь? Услышишь, как они орут, почуешь запах горячего мяса, и все мне выложишь. Еще будешь умолять меня тебя выслушать. Боже мой, внутри были дети. Неужели она и я? Видимо, энергии надо пополниться снова. Ну подожди, давай посмотрим. Может быть, можно здесь обижать, пока посмотреть. Проклятые выродки! Думаете, вы особенные? Ничего, гореть будете, как обычные люди. Господи, да кто это такой? Поджигатель. Нет выхода. Ну, здесь мы все обижали. Вот только справа посмотреть еще, нет ли там что? Везде тупик. Значит, нужна подзарядка, да? Ну, наверное. Потом сделаем купол и попробуем так. Проследуем, посмотрим. Так, так, так. Не могли разместить источник где-нибудь поближе? Да. А вдруг ты бы забыла, что там есть источник, и мы бы начали тут тупить. Игра на это и рассчитывает. Не заходит? Подожди, а может духовный взрыв? Что-то она у тебя страдает. Ну, значит, что-то не так. When you hear them squeal, and you squeal back. Ну давай еще смотреть слева, что есть. Что-то мы, видимо, пропустили. Вот-вот-вот, подожди. И какое-то достижение, ловчий. Что-то подобрали. Это зажигалка? Посмотрим, кто ты такой на самом деле, ублюдок. Заперто, значит? Хочешь сам попробовать? Вперед. Нет, это я предоставлю тебе. Мне больше нравится быть мозгами,
нашего дуэта. О, у меня есть идея. Давай! Ну или так. Да, так тоже пойдет. Так, что тут у нас? Черт. Я знал, что от этого будут проблемы. Служба безопасности? Это цапляк? Нельзя так говорить о государственных служащих, товарищ. Просыпайся, товарищ. Социализм сам себя не построит. Черт. Ты не знаешь, с кем связался парень? Еще как знаю. Я давно за тобой слежу, Томас. Твое дело для меня уже практически хобби. Да? Тогда какого цвета на мне трусы? Ха, шутник. О, обожаю эту песню. А ты, товарищ? Пошел ты! Сыграем в игру. Называется «Что важно для Томаса?» Итак, нацисты нашли тебя в Варшаве. Сколько тебе было тогда? 3 года? Сначала они хотели тебя убить, но передумали. Они узнали про твой потенциал и решили его использовать. А потом раз, и война кончилась. Приходит Красная Армия и... Они держали меня под замком. Проклятые нелюди. Они проводят важные исследования. Пытаются понять, что же делает тебя таким особенным. И что же это? Мамашу свою спроси. Нравится тебе такое, да? Делать людям больно. Как тем ученым. Сколько тебе было? 18? Я видел снимки. Признаться, даже меня впечатлило. А уже я-то знаю, как сделать человеку больно. Погоди. Я тебе еще персонально продемонстрирую. И вот тебе удалось выйти на свободу. Правда, пришлось все время скрываться. Не надо же, у тебя почти получилось. Но черт тебя дернул, опять применить свою силу. И на ком? На лучшем дружке Ричарде? Он сам... Да-да, я знаю, ты хотел отомстить. Могу понять. Я бы тоже сделал все ради своего ребенка. Что угодно. Не трогай моих детей. Детей? Ну да. Сколько были боли ты готов выдержать, чтобы их спасти? Чем ты готов ради них пожертвовать? Может быть, свободой? Отпусти, урод! Как я и думал. Я тебя отпущу. Но сначала расскажи мне все о своей силе. А ты заставь! Давай! Что, кишка тонка? Удар меня! Я уж думал, что ты никогда не попросишь. Отдохни, Томас. Когда проснешься, тебя будет ждать настоящая боль. Просыпайся, Соня. Время не ждет.
Что? Что ты? Вот, сам посмотри. Ублюдок! Чертов псих! Отпусти меня! Они еще там, Томас! Но теперь ты мне покажешь! Покажу, товарищ! Что угодно!